Друзья, всем привет! С вами проект Smart Pet Stroller. И мы подготовили для вас очередное видео-ответ на вопрос, прозвучавший от нашего клиента. Вопрос заключался в следующем. А для чего же так много ремней и карабинов на люльке вашей коляски? Ну, я совсем с ними запуталась. Ну, давайте разберемся. И в первой части нашего видео мы хотим вам показать вид люльки, ну, собственно, когда она не нужна. То есть вы ее либо где-то храните, либо вы ее, ну, перевозите. И она у вас может быть закреплена в трех местах. Двумя короткими ремнями по бокам и одним длинным по всей длине люльки. И когда вам нужно данную люльку, скажем, перенести из пункта А в пункт Б, вы можете воспользоваться данной ручкой. Итак, еще раз, друзья, для удобства транспортировки и хранения вы можете данную люльку сложить и зафиксировать вот этими тремя ремнями. Теперь давайте посмотрим на данную люльку в собранном состоянии и посмотрим на каждый из этих ремней уже именно в таком виде. Начнем с главных. Первые два ремня, ну, собственно, за которые вы будете данную люльку переносить. Они у вас корректируются по длине. И также, если позволяет ваш рост, вы можете переносить данную люльку не только в руках, но и на плече. Далее. Данная люлька будет у вас фиксироваться к раме с помощью вот этих трех ремней. Два из них по бокам и один по длине люльки на дне. Ну, собственно, это те ремни, которые были в первой части видео. Далее. Очень часто возникает вопрос. Для чего же вот эти короткие резинки? Ну, некоторым понятно, у некоторых возникают вопросы, и мы опять же обратили на этот нюанс внимание. Вы можете просто зафиксировать шторку. То есть, если вы откроете окно, вы можете ее зафиксировать, чтобы вашему питомцу было, ну, максимально комфортно, наверное, находиться в этой люльке. Скажем, если, например, вы едете в автомобиле, и ваша люлька стоит на заднем сиденье. Теперь, наверное, самый главный лейтмотив данного видео. Для чего же эти короткие карабины? Даже звучало мнение, что это брак, и эти карабины должны быть внутри для пристегивания питомца, когда он находится внутри в данной люльке. Но понятно, что это не так. И эти маленькие карабины производитель предусмотрел как нечто помогающее вам что-то не потерять. То есть вы можете что-то зафиксировать туда, ну и, собственно, не переживать, что где-то оно у вас потеряется. Тот же самый контейнер, тот же самая какая-то игрушка, может быть, походная миска. А карабины для пристегивания питомца, они есть внутри, их два. Вот, собственно, в таком виде данная люлька и эксплуатируется. Спасибо.